Друзья, всем привет! 30 августа. Небольшой обзор моей площадки с контейнерными гортензиями. Покажу, как они сейчас выглядят, как они сейчас изменяются. Здесь вот на площадке у меня новинки прошлого года, этого года. Давайте с этой части начнем. Tickled Pink сорт. Вот такой сейчас рубиновый окрас имеет. Шапки огромные, рыхловатые, но очень и очень нарядные, очень красочная. Верхушка по-прежнему еще белый окрас имеет. Такие соцветия в начале распуска. Рядышком находится Limelight Prime. С лаймового уходит вот в такой кремовый и потом начинает розоветь. Эти побеги тоже уже с бутонами, потому что все-таки всячески делаю подкормки, чтобы бутончики выпустил, но вопрос, конечно же, в том, насколько успеют гортензии процвести. Будем надеяться на теплый сентябрь. Красавчик, Limelight Prime. Перед ним это Summer Breeze. Вот этот у меня не цвел, но тоже вот начал выпускать бутончики. Здесь на переднем плане это новинка у меня прошлого года Bloody Mary. Вот так расцветает цветение. Скажем так, не совсем полноценное, потому что не хватило питания корням. Не было пересадки, друзья. Рядышком это уже саженец этого года у меня, Colorful Cocktail, все побеги на цвету, очень нарядный, красивый, смотрите, какая форма соцветия вытянутая, но в то же время закругленная сверху, снизу начинает уже окрашиваться активно, окрас имеет белый. Bloody Mary, смотрите, немножко другая форма соцветия. За ним новинка Quick Fire Fab. Вот такая разноцветная сейчас соцветие на разной стадии распуска, поэтому окраску имеют разную. Это уже, скажем так, самая такая последняя стадия цветения, начало распуска, такие более кремовые. Красавчик, Quick Fire Fab. Ну, рядышком это Summer Breeze. Плоские соцветия, очень такой красивой формы. Они хоть и рыхловатые, такие воздушные, но не смотрятся рыхлыми, как будто бы набитые. Слегка-слегка розовеет. Так, еще одна новинка этого года у меня. Firelight Teeny Bit. Но вот тоже он не цвел. Но вот вижу побег уже один с бутоном. Тоже буду надеяться, что процветет, увидеть его цветение. Также новинка этого года это Little Hottie. Вот такая нежнятина, друзья. Необычная такая форма лепестков. Это начало распуска. Так, что касается грунта, Sunlight не вышел на цветение. Все сопротивляется. Milk and Honey у меня здесь. Я показывала какие-то метаморфозы, видите, с ростом непонятный. Тут вот без точки роста. И он сам начал выпускать побеги вот в пазухах листьев. Видите? Соответственно, конечно же, цветение еще дальше сдвигается. Но, возможно, он уже не успеет процвести, потому что даже бутончики не заложены. Это Cotton Cream. Тут тоже под сомнением, что он выйдет на цвет. А вот XS Light, смотрите, вот эти побеги тоже были без бутонов. Сейчас все на бутонах. Все на бутончиках. Вот один побег повыше, он уже
раскрывается, а вот эти еще только на бутонах, они поменьше все побеги, их много. Вот, поэтому, возможно, надо было поменьше просто побегов оставить, и он быстрее бы расцвел. Это сорт, это Пантеон. Да, вот тоже выходит на цветение. То есть везде есть бутончики. А за ним Пандрия шикарная, конечно. Гортензия. Шикарные соцветия, смотрите, какие. Красотка. А те побеги тоже, которые были без бутонов, сейчас с бутончиками. То есть подкормка все-таки работает. Была бы, как говорится, возможность еще почаще кормить. Погодные условия наши. Ну и другая часть, другая площадка, где также находятся контейнерные гортензии. Немножко она здесь опустела, потому что часть уже пересажена, перенесена в другое место. Гортензии расставлены, здесь им побольше места стало, посвободнее, чтобы, так как дожди идут и прохладная температура, чтобы лист не страдал, чтобы он успевал просыхать. Поэтому, конечно же, надо было все расставить. Здесь вот пятачок, это серия Пан. Три новинки этого года и три гортензии прошлого года у меня. Это сорт Пансана. Смотрите, ну шикарный. Вот эти мне прямо очень и очень нравятся гортензии. Так сейчас она выглядит. Это все Пансана. Это прошлогодние саженцы у меня были. Сорт Панателла. Рядышком вот тоже Панателла. То есть вот она уже начинает зеленеть, уходить в зеленый. Это еще имеет такой вот окрас лимонный. Лимонный окрас. Здесь Пандрия. Вот который у меня в открытом грунте сидит. И вот это в контейнере. Конечно, небо и земля. Пандрия. Пантеон. Начинает активно окрашиваться. Очень красивый, нарядный. Это соцветие уже, видите, какое более яркое. Это Панама. Тоже очень запала в душу. Так она сейчас выглядит. Панама. И за Панамой это Пануччи. Вот такие соцветия. Вытянутые, острые. Это соцветие уже начинает окрашиваться потихоньку. Слегка-слегка розовеет. Рядышком это серия Garden Light. Здесь у меня сорта Green Light. Очень-очень мелкие лепесточки, набитые шапки. Так начинает окрашиваться. Очень нежные. Green Light. Сорт Red Light. Тоже не показал полностью, конечно, своего цветения. Надеюсь, пересадкой в следующем году все это исправить. Red Light. В открытом грунте, друзья, он только вышел на бутон. Вот на такой бутон вышел только в открытом грунте. Red Light. Начало цветения. Потом слегка начинает розоветь. И потом становится вот таким рубиновым. Полностью. Так, здесь у меня еще два сорта. Это сорт XS Light. Посмотрите, какой красавчик. Соцветия рыхлые, небольшие. Но посмотрите, какую сейчас они окраску приобрели. Насыщенную. Рубиновую. Посмотрите, друг сидит. Вот что он делает здесь? Просто отдыхает или питается чем-то? XS Light. Так, друзья, и рядышком это сорт Lemon Light.
начала распуска. Вот такой вот лимонный окрас имеет. Дальше вот рядышком тоже Lemon Light начинает уходить в зеленый. И потом начинает вот так розоветь слегка. То есть вот это вот у меня гортензия зацвела попозже. Видите, какая она красотка. Даже соцветия побольше здесь получились. Это пораньше зацвела. Мне как бы тоже не вижу, что прям полноценное цветение. На этой площадке еще у меня две прошлогодние гортензии, два сорта. Это Baby Lace и Be Happy. Тоже, скажем так, ну, цветение чисто, чтобы сорт сравнять. Сравнить, друзья, прошу прощения. Это Be Happy. Вот такой малиновый окрас. Соцветия имеют фертильные, стерильные цветочки. А рядышком Baby Lace. Пока вот такую окраску имеет, белую, розовые пуговки, Baby Lace. Также на этой площадке гортензии в открытом грунте, которые долго у меня не хотели зацветать, также подкормки, я думаю, помогли. Это сорт Фантом, все побеги вышли на бутон. Абсолютно. Вот этот побег, конечно, пораньше зацветет, поэтому увижу хотя бы часть цветения, я надеюсь. Так, друзья, также здесь у меня в открытом грунте сорт Долли. Смотрите, какой красавчик, тоже все вышло на цветение, все побеги. Имеет фертильные и стерильные цветы. Вот такое начало распуска. Сорт Долли. Так, ну и здесь сидит красавчик Геркулес. Вот такой, конечно, он здесь, скорее всего, всю высоту не показал, но какие мощные у него соцветия, какие они огромные, посмотрите. Сама высота побега где-то сантиметров 30 и 20 сантиметров само соцветие. Даже не 30, тут поменьше побег. Вот так сейчас окрашивается. Вот такие соцветия классные. Вот этот побег попозже. Видите, бутончик уже есть у него. Попозже раскроется, но, скорее всего, полностью-то и не покажет себя. В контейнерах это сорт Little Lime. Такое начало распуска. Шапочки очень аккуратную форму имеют. Очень-очень мелкие лепесточки. Начало распуска. Далее начинает розоветь по краешку. И потом вот такой вот имеет насыщенный окрас. Так, ну здесь в контейнерах тоже в трехлитровых только-только начинают выходить на цветение. Это Diamond Rouge здесь у меня сидит. Потом Cotton Cream. Кстати, вот Cotton Cream. А, друзья, прошу прощения, Candlelight, не Cotton Cream. Diamond Rouge, Candlelight. Там вот тоже мотыльковые стоят. Это у меня Pinky Winky. Это пастель грин. Тоже потихонечку-потихонечку начинает выходить на цветение. Так, да, это Diamond Rouge. Так что посмотрим еще. Думаю, еще все впереди. Так, ну еще серия пан. Здесь у меня получается панчетта. Вот так она сейчас выглядит. Тоже такие шапочки очень аккуратные. Красоточка. Панчетта, пантера. Так.
Так, начинает распускаться пантанелла. Такие вот соцветия. Сейчас они такой белоснежный окрас имеют. Начало распуска. Так, здесь еще один сорт. Это Пандора. Вот такие вот шапки. Лаймовые, лаймово даже кремовые, можно сказать, начинают потихонечку по краешку розоветь. Вот такой лаймовый окрас изначально. Вот, потом начинает розоветь. Ну, друзья, такой небольшой обзорчик моих площадок. Пока это временно контейнерные, потом, как видите, здесь у меня также находятся растения в открытом грунте. То есть все контейнеры отсюда будут убираться, и дальше будет формироваться уже клумба далее. То есть будут сделаны посадки осенью опять же. То есть здесь вот эта вся площадка освободится, здесь на передний план также у меня сядут хвойные, скорее всего горизонтальные. И низкорослые, самые-самые низкорослые гортензии. Кому интересно, могу сделать обзор именно площадки. Вот, какие культуры здесь посажены, какого роста и какой смысл был в это заложен, друзья. Вот, на этом все. Если видео вам было интересно, не поленитесь, поставьте лайк для продвижения канала. Вам будет несложно, я думаю, а мне будет очень приятно, друзья. Буду, как говорится, понимать, что делаю все это не зря, вам показываю и снимаю. На этом все, друзья. Всем хорошего дня. Всем пока-пока.